Оскорбляет ли вас версия о безумии Зои Космодемьянской? Знаете, меня не оскорбляет. То, что она сделала для страны, для нас, для всех. А то, что этот психолог, или как его, да, у него свое мнение. Он имеет право на свое мнение, но не надо ее распространять на всю страну. Чего он хочет добиться этим? Доказав, что она была сумасшедшей или еще что-то. Она совершила подвиг? Совершила. Она герой, она патриот. А он кто? Нет, я допускаю. Потому что все эти революционеры, которые заварили эту кашу в 17-м году, и потом и во время войны, среди них безумцев было половина, если не больше. Абсолютно допускаю, меня это не оскорбляет. Один Павлик Морозов чего стоит? Не думаю, не вряд ли оскорбляет, потому что все разные люди бывают. Кто-то бешеный, кто-то не бешеный. Как бы это никак не влияет на человека. Если он что-то хорошее делал, то это не важно. Она же герой, а такое отношение к герою, это я не приветствую. Я думаю, что нет, ни в коем случае, потому что каждый второй гениальный человек по-своему безумен. И каждый второй имеет свое право на то, чтобы быть таким, каким он является. Поэтому с точки зрения того человека, который посмел ее оскорбить таким образом, а возможно быть это его и правда, я думаю, что нет. История создается не колумбистом, а людьми, которые вот вашего возраста, моего возраста, шли на, как говорят, не задумываясь о том, что надо спасать родину от нашествия врагов. А теперь начали какие-то ковырять, копать, кто-то сумасшедший. Реагировать на такие дикие вещи, я думаю, что даже не стоит. Сколько людей, столько и мнений, я считаю. Сейчас очень много историков трактуют историю по-разному. Если они считают, что сумасшедший, я, в принципе, ну, зачем ворошить прошлое? Я считаю, что если она совершила подвиг, народ это думал и знает, ее вспоминает как героиню. Зачем? Я считаю, что это будет как оскорбление. Честно говоря, не оскорбляет. Ну, я не считаю, что она была сумасшедшей. Но меня это не оскорбляет, если он так считает. Ну, если рассуждать о сумасшествии, то, наверное, трудно судить о той эпохе, то, что переживали те люди, и всех тех людей, которые попадали в данную ситуацию, можно в какой-то степени назвать сумасшедшими. Честно говоря, не могу сказать, что как-то оскорбляет. Это мнение лично его, то есть его точка зрения. У меня своя точка зрения, и я просто вижу свое понимание того, кто такая Зоя Космодемьянская.